Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» провел мастер-класс по сценическому экстриму для сильнейшего стронгмена Москвы Дмитрия Лагунова. Как прошла тренировка и какими новыми элементами поделился спортсмен, расскажем в сюжете. Так, Дим, сегодня у нас многоповторная высокоинтенсивная тренировка. Да. Лесенка. 18, 16, 14, 12. Хорошо. Дмитрий Лагунов – профессиональный спортсмен и входит в топ-10 самых сильных людей России. Но в сценическом экстриме он пробует себя впервые. Помогал освоить новый вид спорта «Русский Халк» и мировой рекордсмен Сергей Агаджанян, который сегодня выступает в роли тренера. Я никогда не пробовал сценический экстрим, и все-таки вот у меня я собрался и по приглашению Сергея приехал сегодня к вам. Решил себя попробовать. Тренировка у нас проходит в стиле сценического экстрима, силовых трюков. Отличается от тех тренировок, которые делают, как правило, стронгмены, тем, что веса меньше. В среднем диапазоне весов работаем. Многоповторная тренировка на силовую выносливость, которая как раз-таки необходима для выполнения силовых номеров. Тренировка носила многоповторный круговой характер с проработкой всех нужных групп мышц. В таком режиме, как правило, тренируется и готовится к выступлениям сам Сергей Агаджанян. А московский стронгмен, в свою очередь, продемонстрировал коронное выступление по становой тяге с весом в 300 килограммов. Самое зрелищное выступление в конце тренировки. Сергей поделился секретами правильного выполнения силовых трюков сценического экстрима. Дмитрий Лагунов попробовал ломать стальные стержни, надувать грелки и разбивать палки о плечи. Не спеши, Дима. Мне понравилось, но, конечно, как в любом деле, нужен постоянный навык, чтобы, конечно, делать, как Сергей, это все очень быстро и легко. Я все не делал, сегодня все это делал впервые, поэтому не судите строго, как получилось. Но я старался, если честно. Хочется развиваться и пробовать себя в новых достижениях и свершениях. Это был новый неофициальный рекорд в тренажерном зале. 100%. И вместе мы сильнейшая нация мира. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Вот так вот.